Так, короче говоря, напорчик, видите, да? Все качает, фэншуй. Самое главное, что интересно, он сухой. Он не течет нигде. Нигде не сочится, нигде не мокреет, не трещина. Да нет, все тут четко с ведром. В общем, все сухо. Тогда он у меня побежал, сразу потек. Что я сделал тут? Ни хера не сделал. Вот тут была изолента под вот этим. Ну, сейчас не буду я открывать его, он включенный. Хотя не думаю, что что-то произойдет. А нет, прижимает его, не надо его открывать, трогать. Я его выключу, просто поставлю сверху крышку, она-то крепится вот, вот тут болтами. Они на скорость не влияют. Поставлю эту черную крышку, одним вот тут центральным болтом закручу и все. Чтобы его не трогать, не вынимать. Тут, короче, была изолента вот тут, вот какой-то умник. Вот тут положил изоленту. Раз, изолента была с этой стороны накрепления. И с этой стороны накрепления. Такие слоя, раз, слоя 4. И изолента заходила туда вовнутрь. С одной стороны и с другой. И вот с этой стороны она заходила больше, там, где он подтекал. И резинка, соответственно, вот эта из ПД-изоленты, короче. Оно вот это вот и сифонило. Какой-то головастый кулибин, видно, такой мастер на все руки. Что его отдали в ремонт и не сделали ни хера. Я говорю, давай мне этот хлам. Заберу я его себе тогда. Вот уж, короче, такие вот нынче мастера есть. Ну, я знаю, денег, наверное, им не платили за то, что они отремонтировали. Потому что они ничего не отремонтировали. Ну, как-то так. Да, он нагревается вот тут. Но он не горячий, ну, чуть-чуть тепленький вот тут, вот в этом месте. Это не есть хорошо. Он не должен греться, он должен быть прохладненьким. Но тогда, я думаю, там и было завоздушено еще. Было плохое охлаждение. Там же ж и у меня он был запущен, во-первых, неправильно. Тогда, помните, оно сцикало такое, как попало. Сейчас вот это течение, вот это напор, ё-моё. Шо, закину я его на ночь, наверное, вот сюда, на шестигранник поставлю. На всякий случай пожарный поставим его в ведро. И будет у нас ночной тест-драйв. И пусть молотит. Но все сухо. Все замечательно. Нигде ничего не подтекает. Я думал, отсюда может он подтекает. Из-за этих. Да нет, все хорошо. И тут, короче, дело было все, сука, в изоленте. Вот она туда, вы поняли, да, заходила туда та изолента. Да из-под насоса не течет нормально все. Все, в общем, хорошо. А это есть хорошо? Что вы скажете? Свое оправдание. Может, оно не дожимало его из-за крышки там. Ну, надо посмотреть. Нет, крышка там еще принцип такой тут сделан. Тут ротор получается у нас с какой стороны? Че не ротор, сама катушка ротора вот тут. Прямо под вот этой херней. Может, оно что тут мешало? Хотя тут щель была между вот этим корпусом, была щель, оно полностью ее не прижимало. Да оставить его так, да и все. Он на скорость не влияет, главное, чтобы он работал и без этой крышки. Ну, посмотрим сейчас, короче. Мне кажется, все, оказывается, дело было в изоленте. И ничего не пришлось ни клеить, ни герметиком. Спасибо, что там давали советы, комментарии, но мы обошлись без этого. Я думал, оно масла я там из-под той белой крышки, снимать ее, ну зачем ее снимать было, если, ну проверю, подожди, логически помыслить. Вот оно отсюда, вот видите, вода, известь вот эта вот белая, вот это оно, вот тут была изолента, тук-тук, вот это оттуда оно и сифонило. И подождем до утра. Все, короче, дело к ночи. По идее, он так, значит, и не должен греться, вода будет в него проходить. Ну, он холодный. Ну, что я его только включил, в принципе. Вот включил, оно пошло, думаю, катану сейчас видосит. Да нет, оно холодное. Ну, как-то так. Что, по бырику вам рассказать, показать, что тут. Че переснять. Сделать уже горизонтом. А не в вертикальном режиме. Вот я придумал забор сюда. Сюда поставлю чик-чирик. Ну, а флейта то такое. Уже дело. Вместо флейта я поставлю вот эту хрень. Вот эту трубку. Она туда входит как раз. О!
Я думаю, будет нормально туда ее чунц, впихнуть туда, и будет все хорошо. Так, у меня уже не кормлена тут команда. Надо кормить, а все, в люли. Вот это уже Артемия готова, должно быть по-любому. Это я сегодня уже зарядил наново, свежачок. Попробовал с крана водой, ну соли больше добавил. Вот тут разродилась сегодня какая-то меченоска ночью. Я видел, она была критичная. Вот этого друга больше, вот этот малой загоняет. И он там вот под мочалкой он сидит постоянно. Ну, в общем, как-то так. Ну, включите там квадратик, посмотрите на весь экран вот так вот. Вертикально. Пусть будет вертикально сегодня видео. Ну, как-то так, что тут сидят. Тут сидят, что за суета? Убрал я ту большую самку. Ту самку я большую убрал. А что за суетень там такое? Ребятки, что за... Ну, давайте, давайте, ветер мне делайте. Все. Так, поставил я, да, спасибо за коммент, напомнил мне, я не помню, а по аватарке, кто мне это написал комментарий, по поводу таракатумов, 21 градусов, да, я их уже не рестил там, я им кидал лед, и вот когда я им бросал лед, они у меня тогда и отнерестились, я бросал такой кусок, брылу такую, в аквариум прям, и тогда они отнерестились, но они ее пожрали, была мелкая пена и было очень мало икры там, она такая желто-зеленая была. В общем, они у меня уже работали, только еще на той хате. Да? Ну, глянь, какая самка пузатая. Хай сидят, короче, буду сидеть до посинения. Что, я поменял воду вот этому, вот этой десятке. Подменил водичку. С малышами, вот с этими карандашами. Их там до хрена получается. Ну вот, посадил снова вуальку. Данюха отстрелялась и побелела. Я в 4 вставал, че там полчетвертого, че в 3, что-то такое. Не было икры. Потом утром, когда я вот закатал видос внутренний, и смотрю, она уже тут белая лежит. Ну и мать ее так. И было там ее буквально штучек 20. Короче, убрал я эту леопардику. Какая-то она малоикровая какая-то она получается. Где простая? Тут была простая где-то. Вон она, толстая. Вот она на меня идет. Ну она ее гоняли, она от себя отбивала всех самцов. А вот леопардовая, она пустая, видите. Все. Скатку набрал своей воды отстойной. Пусть чистит, убирает белесость. Ну, уже убрала белесость. Аэролифтик уже сделал ветер. Она была мутнее намного. Ну, все как-то так. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, кому интересно. Не забываем, прожимаем лайк, чтобы быть в курсе всех событий самыми первыми. До новых встреч в эфире. Мир, дружба, жвачка. Всем пока. Ну что, не течет, лянь, сухо, сухо, все сухо, хорошо. Ну, на ты мне, друг, так и будешь работать. Без крышки, блядь, я манал, нафиг та крышка. Да не, надо поставить крышку, чтобы было как положено. Я вам говорю, это было все дело в изоленте. Где фонарик? Пошли воду покажу, какая у меня вода. Это вторая бадья, новый фильтр, вторая бадья набралась. Только ж фонарь надо найти. Пепенита еще не голодная. Ну, вот, я в Пепе сегодня, кстати. Ну давайте покажу. Может, сейчас настроение появилось у меня из-за внешника. Может, я сейчас и пересоединю. Короче, он розеточка, видите? Вот, вилка включенная. И пошла она вот сюда у меня. Вот сюда она у меня пошла. Оп. И вот розетка. Вот это включен мой турбохрень. Это отопительная. А вот идет из розеточки. И вот еще лишняя розеточка появилась. Свободная одна. А вот это вот, и тут 220 есть напруга. Теперь осталось подключить через выключатель это все. Будет у меня компрессор и помпа через выключатель, а свет будет независимо отдельно. Тут, конечно, по-дурацкому разводку, короче, сделать надо. По-дурацкому тут выключатель, вот это с самого начала от штекера он был. Как-то по... Ну, я, наверное, подумаю, обрежу его. Вот тут где-то присоединю. Конечно, можно было светильничек разобрать, посмотреть и пересоединить его. Ну, там, наверное, спайка, я, скорее всего, думаю. Ну, это такое, короче. Все. Всем спасибо. А, воды, воду ж покажу какая. Кстати, фильтр когда меняли? Неделька прошла, да? Неделька прошла. Обратите внимание. Красота, да? Красота? Полипропилен. Епица, сердце перестало. Надо вот там менять уже. Есть у меня один в запасе. Там уже, значит, надо менять соответственно. Там тоже жопа ему. А вот такая вода, это вторая бадья у меня набралась. Вот такого она цвета идет. На данный момент. Класс. Да, какая, да?
Такая вода, видите, да? Желто-белая. Стоит вода. Так, когда порудней. И вот это белесая. Но радует то, ну у меня еще нос забитый, еще не выздоровел до конца. Радует то, что она не так воняет сероводородом через угольный тот картридж. Ну давай уже сразу заглянем и туда на него посмотрим. Да хорош трындеть, потом заглянем. А ну отсюда. Вон он. Я-то вижу. Да тоже черная, сука. Ай, блядь. Постоянно порывы какие-то, шмарывы. Задолбаешься фильтра покупать. В общем, все. Пакетушки. Пошли глянем на фильтр еще. Не побыли. Пошли, пошли, пошли. Сегодня воскресенье, вы дома. Посмотрите кинуху как раз на ночь глядя. Буду стараться, конечно, не ругаться. Не матюкаться, но сами понимаете. Не мы такие, жизнь такая. Что тут у нас? Тут фэн-шуй. Все просто песня. И тут все четенько. Все сухо. Все по фэн-шую. Вообще. Да все отлично. Я ж вижу, что все просто шикардосно. Все, ставлю Артемию, кормлю детей. Может, свет сделаю. А может и нет. А может, я не знаю, что я буду сейчас делать.